Казахстане выявили 136 поддельных денежных банкнот и 3 монеты на сумму, превышающую 400 тысяч тенге. Фальшивки чаще всего находят в Алматы, Восточно-Казахстанской области и Нур-Султане. Как отличить настоящую купюру от подмены, расскажет Полина Булава. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за первые 6 месяцев этого года выявили 139 фальшивых денежных знаков. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 2000 тенге. На втором месте по подделкам 5000-ные купюры, а на третьем – 10000-ные. Мы решили узнать у казахстанцев, а знают ли они, как распознать фальшивку. Если честно, не знаю. На свет посмотреть, чтобы водяные знаки были. Ну, вообще есть специальный прибор, через который можно посмотреть. Для того, чтобы отличить настоящую купюру тенге от фальшивки, нужно: первое – обратить внимание на цвет. Подделка будет более тусклая, в то время как цвета красок на настоящей купюре четкие, яркие и контрастные. Второе – просмотреть банкноту на просвет. Проверить наличие водяного знака и цифрового изображения номинала. Третье. Изменить угол наклона банкноты. Рисунки, нанесенные цветопеременной краской Spark, будут менять цвет от зеленого до золотого. И последнее. Пощупать купюру. Есть ли на ней высокорельефные выпуклые элементы, которые легко чувствуются рукой? Можно на ощупь посмотреть, сразу же почувствовать герб и название номинала той или иной банкноты. Банкнота изготовлена из специальной бумаги, которая создает характерный хруст, который отличается от хруста обычной бумаги. Если вы все-таки сомневаетесь в какой-либо банкноте, то тогда лучше обратиться в банк для подтверждения ее подлинности. Напомним, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусматривает наказание от 2 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полина Булава, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Смотрите «Информбюро» на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. «Информбюро», когда нужна честная информация.